Флешмоб под девизом «Читать модно» решили провести активисты молодежного движения «Новый рубеж». Бросили клич в социальных сетях, чтобы приходили все желающие со своими любимыми книгами. Время выбрали вечернее, чтобы студенты и школьники смогли поучаствовать. А место теплое – один из торговых центров города. В назначенное время молодежь с книгами начала подтягиваться. Но такая активность не понравилась охране торгового центра. Оказывается, даже спонтанное мероприятие должно быть с ними согласовано. Но особенно возмутила службу безопасности работа видеокамеры без разрешения. Нашей съемочной группе пришлось объясняться. Нас пригласили снимать мероприятие, а нас просто не давали. Так а мы тут, причем нас позвали на мероприятие, мы не знали, что у них там не способны. Понимаете? Очевидно, о законе о СМИ здесь не слышали. Либо торговый центр – это не общественное место, а стратегический объект. В любом случае, позиция дирекции центра такова – покупать модно, а читать – идите на улицу. Книголюбы, а их к тому времени собралось порядка 50 человек, вынуждены были покинуть помещение. Флешмоб провели на набережной – в холоде и темноте. Читать модно! Электронную книгу никогда не заменит бумажный формат. Читать книги – это модно. Мы любим читать, и поэтому хотим привлечь молодежь именно к чтению книг, потому что это знание, это просто позитивное настроение, когда ты читаешь любимую книгу. К счастью, недоразумение настроение книголюбам не испортило. Да и обиды на дирекцию торговой точки они не держат. Правда, не знали, что о флешмобе, а это в переводе означает «мгновенная толпа», нужно предупреждать. Меня ничто не омрачило. Ребята все очень дружные, мы поняли, что мы действительно много людей, которые любят читать, в основном это, конечно же, молодежь. Молодежь еще долго не расходилась, в веселой компании холод не страшен, любви к книгам инцидент не помешал, правда, желание покупать немного притупилось. Наталья Бутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.